И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это у нас новая игра, называется Prey, или на русском это у нас будет Добыча, и давайте же посмотрим, начнем новую игру, параметр я уже выставил, все у нас стоит на максимум, выбираем первый слот и выберем сложность. Так, низкая сложность, вы сумеете выжить, наверное, обычная, используйте смекалку, оружие и способность, чтобы выжить. Высокая сложность, только изобретательность поможет вам выжить, или кошмар вас ничего не спасет. Ребятки, спасибо за такие вот сложности, но мы выберем, конечно же, обычный уровень сложности. Нам дают выбрать персонажа, будем играть за мужика или за девушку. Блин, ну... девушка красивенькая, базару нет, как бы, женщина, как бы, не девушка, тут у нас написано даже женщина или мужчина. Так как у нас, а что у него, глаза красные, кстати, а у нее нет вроде. Так как здесь у нас, как бы, это стрелялочка такая космического характера, давайте выберем мужика, он у нас вроде бы как должен быть сильнее и надеюсь, это так оно и будет. Что говорят разработчики? Действие Prey происходит в 2032 году. Вы обнаруживаете себя на лунной орбите на борту космической станции Талос-1. Эксперимент, в котором вы участвуете, должен был навсегда изменить человеческую расу, но привел к катастрофическим последствиям. Станцию захватили вражеские пришельцы, которые теперь ведут на вас охоту. Раскрывая мрачные тайны Талоса и собственного прошлого, вам предстоит выживать, полагаться на подручные средства, собственную смекалку, оружие и сверхспособности. Не знаю, что тут за сверхспособности будут, но нам придется это узнать. Судьба Талоса-1 и всех, кто находится на борту, в ваших руках. У нас идет здесь загрузочка, я вижу. Ничего сейчас сделать как бы нельзя. Ждем, пока у нас появится какая-нибудь картинка. Нажмите на любую клавишу, было написано. Нажали. Доброе утро, Морган. Доброе. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Вот, все-таки 2032 год, неплохо. Так, музончик. Оу, у нас так, там жалюзи такие крутые открываются прямо автоматически с будильничком нашим. Что это за хрень? Что это за хрень? Входящий вызов. Так, бонус за предзаказ. Спасибо, что оформили предварительный заказ на Prey. Предметы, которые вы получили за это вот за предзаказ, лежат в особом контейнере, который Морган держит в своем кабинете. То есть Морган ИУ ВП директор. Окей. Где-то у нас есть какие-то бонусы. Правая кнопка мыши. Нажимаем. Эй, Морган, проснись. Время уходит. Да я проснулся. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. О, слушай, я... здорово, что ты с нами. Да я знаю. Мы тут зажжем, Морган. Блин, графончик. Графончик прикольный, офигеть. Первый день на работе, новая задача. Вы получили задание, нажмите О, чтобы открыть транскриптор, окей? А первый день на работе, надеть форму... чего-то там. Даже давайте нажмем на О. Так, первый день на работе. Алекс убедил меня. Я присоединяюсь к нему на борту космической станции Талос-1. Такой проект нельзя упускать. Кроме того, он сказал, что приготовил для меня сюрприз. Но прежде чем попасть на борт шаттла, придется поработать в тренировочном центре. Окей. Это мы поняли. Это мы поняли. Так, ребятки, мы это все, это как бы читать полностью не будем. Потому что здесь, как... я вижу, много будет чего читать, но хотя у нас есть уже русская озвучка, это нам очень много поможет, так что, надеюсь, игрулька нам именно из-за этого понравится, потому что если есть у нас только озвучка английская там или что-то там другое, мне это дело не нравится, а здесь у нас целая русская локализация, это очень круто. Блин, графончик шикарный, реально шикарный графончик, нам говорят одеться. Но я хочу, наверное, сначала присмотреться, тут все мигает, вот смотрите, у нас мигает... что за хрень? Неплохо. Тумбочка открывается. Обыскать на G. Ой, я на F что-то сделал. На F, чтобы... а, взять было. Давайте нажмем на обыскать. Что у нас в тумбочке? Что за хрень? В тумбочке у нас... как увидеть, что такое? Бухта старого провода. Так, секунду. Перевести. Взять все. На F взять все. Окей, будем знать.
автосортировка нам не нужна. Инструкция по установке нейромодов. Блин, елки-палки, инструкция по установке нейромодов. Внимание, установка нейромодов должна бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ребятки, на паузе кто-то может прочитать. Это может быть кому-то интересно. Моток проводов. Прикольный моток проводов. Берем, раздают, берем. Сгоревшая плата взять. И куда это мы все как бы берем? Здесь что такое? Синтез речи, естественное создание языка. Прочитать. Так, читаем, ребятки, кому это интересно. На паузе кто-то, если хочет, может прочесть. Morgan U заблокировано. Morgan U, введите пароль. Это есть пароль? F. F Paradox. И этот вот? Или это уже есть пароль? Я могу зайти, использовать F. Ага, это и есть пароль, кстати. Электронная почта. Нажмите Т, чтобы увидеть подробности инструкции терминала. Что-то там, нажмите на Т, чтобы увидеть какие-то подробности терминала. У многих сотрудников Транстар есть личный терминал. Для доступа к ним необходим пароль. Ищите подсказки на станциях или взломайте терминалы с помощью навыка хакер. Терминалы могут содержать личную переписку, файлы для загрузки и особые утилиты. Или утилиты, окей. Будем знать. Короче, здесь у нас почта какая-то. Как туда зайти можно? Но, я нажимаю вроде. А, на F, все тут работает на F. Как прикольно, мы открыли. Это все как бы не на нашем дисплее, а на, реально на этом мониторе, неплохо. Так, здесь можно прочесть. Здесь у нас еще одно сообщение, ребятки. Кто хочет, читает на паузе. И здесь все готово тоже на паузе. Потому что это все дело читать. Тем более, как вы знаете, мои способности читать на русском языке — это будет большая проблема. Иногда это реально составляет мне неудобство. Так, Петерсонс, что-то там у нас есть. Это у нас какой-то шкафчик, вещи. Ага, все берется на F. Можно с ними ходить, неплохо. Швырнуть. Левая кнопка мыши. Зачем? Зачем швырять-то? Зачем вещами швырять-то? Ёлки-палки. Ага, можно кидаться. Окей. Джойстик. Можно играть, походу, в приставочку какую-то. Прочитать. Тут все можно прочитать, все можно взять. Очень-очень-очень неплохо. Блин, прикольный графончик. Графончик мне реально нравится. Шкафчик. Еще шкафчик. Давайте обыщем, что у нас тут есть. В шкафчике ничего, к сожалению, нет. Холодильник. Нести. Чего нести? Подъем. Что-то там нести. Короче, я взял гранат Король Небес и зеленый чай. Если мы зайдем туда, там уже ничего такого нет. Здесь у нас что-то непонятное. Короче, говорят, оденься. Давайте оденемся. Первый день на работе. Надень форму Транстар. Ваши апартаменты. Перчаточки такие серьезные. Работа, значит, у нас тоже такая же серьезная. Что ж, давайте откроем дверь. Но перед этим я хотел посмотреть. Смотрите, какой у нас видок. Слышны какие-то звуки, типа там машины, там туда-сюда. Как бы суета городская. Но что-то я эту суету не вижу. Я только слышу. Открывается? Не открывается, блин. Странно. Идем дальше. Идем дальше, мы вышли. Куда-то мы вышли, давайте закроем дверь, посмотрим. Доброе утро, мистер Ю. Здорово, здорово, добрый день. Что тут у нас такое? Можно лампочку взять? Мне вам это помочь? Подержать? Виднее будет, смотрите, я могу и так. Чё? Прикольно, освещение работает, очень прикольно. One West 36th, как его, Avenue, или как его там, это вот 45 этаж, мы на 45 этаже, неплохо. Швырнуть. Хватит. Извиняюсь. Что это такое? Эшелон. Куда нам идти? Нажмите пробел, чтобы прыгнуть. Зажмите Shift, чтобы ускориться. C, чтобы это вот. А куда нам вообще идти вообще? Мы оделись и... Крыша, мой этаж. Это мой этаж. Давайте крыша. Вертолет, написано вертолет. А, я, наверное, забыл. Там нам, наверное, сказали, походу, пойти на крышу. Наверное. Я могу ее ошибаться, как бы. Такое дело как бы случается. Roof access. Подход к крыше. Ух ты ж твою ж, налево. Нифига себе, блин. На крышу поднялись. Можно что-то еще тут сделать? Ну, вертолетик какой-то картонный, но... Но пойдет. Оу. Вот это вот роскошь. Неплохо, неплохо. Так, мистер Ю,
Устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. Комплекс транспорта. Bethesda Softworks presents. А, это у нас градусов. Вместо субтитров, небо я понял. Ясное. Так, небо ясное. Что ж, разговаривают, что судьба Талоса 1 и всех, кто находится на борту в наших руках, это хорошо. Но что-то я не вижу, чтобы я был в космосе. Какого хрена? Я не в космосе, это дно. Мы вроде в городе сейчас, но нам сказали, что мы ощутимся на каком-то, не знаю, корабле или на какой-то станции. Какая станция, блин? Неплохой вид на залив. Ну да, неплохой. An Arcane Studios Production. Офигеть, вот они... Смышленно так сделали, вот они как бы вступление в игру делают, да, написали свои компании, там, Bethesda Softwares, или как его там, а, что-то там какая-то еще другая фирма была, что тут еще одна фирма будет, да, нарисована где-то на какой-то стенке, на каком-то здании, я не знаю, сейчас посмотрим. Так, знак какой-то, не знаю, какой знак, но вроде бы мы сюда вроде бы как бы должны приземлиться, как я понимаю, да? Да, да, здесь мы и приземляемся. Prey! Вот у нас и название игры. Да, я же говорю, здесь что-то еще будет сто пудов. Приземляемся. Prey. Добыча. Игрулька называется «Добыча». Друзья, если вы хотите, если вам понравится данная игра, приехали, ставьте же, конечно. Это я, мистер Ю, походу. Удачи вам. Это я, мистер Ю, походу, да. А, первый день работы. Явиться в испытательный центр. А, спускаемся. А где пилот? А где пилот? Оу, это у нас беспилотник. Неплохо. Нам сюда, походу, нам сюда. Транстар. Здравствуйте, доктор Ю. Ух ты ж, ёлки-палки, как громко. Друзья, я сделайте, если что, звуки колоночки погромче, потому что я микрофончик себе сделал, как бы убавил немножко, и сделал погромче саму игру, чтобы было слышно все разговоры и так далее. Что такое? Научный оператор. Я говорит. Оператор научного класса Сивилла 495. Какой оператор? Калибровка. Где глаза, где? Я только скемки вижу. Скемки, провода и что-то там. Я даже камеры не вижу. Что за оператор, не понял. Странно, окей. Нам в другом... Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Да. Подтвердите. Подтверждаю. Все нормально. Как бы я знаю, я в курсе, я иду на встречу. Ух ты, у нас тут был 90 с чем-то этаж, 90 там с какой там этаж был. Мы были довольно высоко, очень высоко. Так, испытательный Морган. Комплекс. Наконец. Да, здорово. Первый день, вы прошли это, Алекс Ю. И? Что с тобой делать-то? Давай погнали дальше. Ой. Эй, ты не нам не дали, дай... в форме Транстар, как твой нам глаз? Не дали пойти дальше и вернули красный. Обратно, офигеть. Знаю, тесты слегка необычные. Это традиция семьи Ю. Да. Избегать всего обычного. Какие тесты? Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Так это... Не накручивай себя. Не будем. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Не буду. Тебе повезло. Окей. Через неделю будем на орбите. Ты это, дальше, чё, куда? Обещаю. Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. Где комната Слушай, А? Слушай, просто будь собой. Да буду я буду. Ждать. Что тут такое у нас журнальчик и доктор научный? Ю. Чего вы хотите, я не понял. Я тут, да. Что, туда что ли? Testing rooms, ага, testing rooms, отлично. О, я это в рекламе видел, то есть, когда доброе игрульку утро, рекламировали. Я доктор Беллами. Итак, у нас видел. Сегодня пара тестов. Возможно, вы к таким не привыкли, но... Поверьте, все будет замечательно. Окей, будем знать. Супер, тогда начнем. Давайте. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Ага. В смысле? Какие будете коробки? Будете готовы, жмите красную кнопку. Ага, красная кнопка. О, давай. Окей. А, высунуть из этого круга, понял. Тюх. Давай, тюх. Ой, что ты? Чудесно. Какой чудесно? Где это... чудесно? Я же не успел. Вы просто молодец. Ай-яй-яй. Перейдем в комнату. Ай-яй-яй. Что это за хрень у них там? И что это за испытания такие непонятные? Это комната А у нас, это у нас комната Б. Табуретус. Так, Морган,
внимание. Да. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Не спешите, расслабьтесь, подумайте. Это как? Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. В смысле спрятаться? Если готовы, жмите красную кнопку. Нажать. Где спрятаться-то? Вот. Нет, не тут. За скамейку, что ли? Вот так вот, давайте. О! Вот так вот. Я... Чего я? Есть синаптическая реакция? Я спрятался. Вообще? Нет? Ну ладно. Какая реакция, дебил? Простите, ты чё? Продолжим, Морган. Теперь в комнату С. Все чудесно. Все чудесно, вообще все шикарно. Все шикарно у нас. И что с комнатой С? Комната С. Нажать? Давай, говори. Карабкайтесь на объекты. Пробел. Поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Не думая, просто сделайте. Давай, давай. Чё жать, где она? Так, и как можно быстрее сюда. Извините, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит? А что происходит? Симмонс? Нормально все? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Какая еще Тина? О чем они базарят? Да. У нас тут проблемы с оборудованием, окей. Вы ни при чем. У вас все отлично. Да? Последний тест. Идите в комнату Д. Идем. 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 Давай. И где комната D? Комната D. О, здесь еще покруче. Использовать F, изучить Z. Что такое изучить? Ага, вот так вот изучить. Принесите кофе. F. Будет здорово. Спасибо. О, использовать даже. Давайте. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Я сел. Вроде бы сел, если я не ошибаюсь. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Можно нажать. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите старт на экране. Да, старт на экране. О, мое любимое. Читать. Так, вы планируете отпуск. Когда вы куда вы отправитесь? В хорошо знакомое место, где вам... Молчать. Где вам место... Знакомое место, где вам нравится или новое? Новое. Хорошо. Смотрю, вы освоились. Так, держать. Дальше. Вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Страх? Я не знаю, что будет дальше. Гнев никто не имеет права казнить. Спокойствие. Мои поступки того стоили. Страх, наверное. Нифига себе. О, это сложно. Сложно. Почему сложно? Нормально все. Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете перевести поезд на соседнюю ветку, но к ней прикован один человек. Перевести стрелку, ничего не делать. Блин, ну тут 5 людей, как бы перевести поезд на соседнюю ветку, когда прикован один человек. Ну, перевести стрелку, конечно. Окей, дальше. Там же один человек все-таки, будем спасать там, ну, больше людей. Потерявший управление поезд, опять поезд, приближается к 5 людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужчиной. Если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. Столкнуть толстяка, ничего не делать. Блин, приближается к 5 людям, а тут один человек. Будем... Блин, ну не знаю. Не, ну если знать, будем толкать. Еще немного. Че за вопросы дебильные, я не пойму. Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете остановить поезд, прыгнув под него, под его колеса, но вы при этом погибнете. Я понял. Чё за фигня, блин? То есть я одного толкнул, как бы спас таким образом 5 человек, а сам как бы я не прыгнул бы. Это 100 пудов прыгнуть под поезд. Да ни хрена, блин. Столкнув... В смысле, какой толстяк? Тут толстяка нет. Ничего не делать. Толкнуть толстяка. Знаете что? Я, наверное, поступил бы так же. 100%. Отлично. Что за бред? Отлично. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... Что за звуки? Это кофе? Тут пусто? Твою мать, блин!
Блин, я испугался. Что это за... Что это за хрень, блин? Блин, у меня слишком громко наушники, что ли? Сейчас, секундочку. Секундочку. Да нет, не громко. Как бы нормально все. Ай-яй-яй-яй. Что там за... Симмонс, что происходит? Хер его знает. У нас проблема. Как там Морган? Он жив, усыплен. Да, Морган это мы, кстати. Я иду. Ясно. Куда он идет, блин? И какого хрена, что там случилось? Какая-то хрень. Ну, в принципе, хрень это как бы из роликов. Доброе утро, Морган. Помню. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Добрый, добрый. Доброе утро. Че за музончик, не понял? А, в смысле? Мы проснулись. Опять же в своем этом... номере или в квартире, или что-то у нас такое. И какого хрена мы опять как бы здесь? Как будто не ш... В смысле? Ага, не работает, работает. Я думал, не работает. У нас все работает вроде, да? Взяли туфельку. Туфельку, блин. Ботинок, так. Опять, какого... О, у нас это. Это инвентарь, походу? Да, это инвентарь. Неплохой инвентарь. А и что делать дальше? Окей, давайте оденемся, как обычно. А почему у нас повторяется вся эта вот хрень? И почему никто ни хрена не объясняет? Что такое? Вино. Кингс. Туда-сюда. Взять. Выпить. Давайте выпьем. Можно? Я же выпить хочу, давай. О, эффекты. Опьянение. В смысле, я целую бутылку выпил, что ли? Так, компьютер, что у нас показывает компьютер? Введите пароль. Пароль, как мы знаем. Ну, типа мы знаем. Электронная почта, 6. Опасность, уходите, опасность, уходите. Чё это за фигня, блин, народ? Какая опасность? Конец сообщения. В смысле? Конец сообщения, конец сообщения, конец. Какая? Чё-то непонятно, друзья. Чё-то непонятно, ну-ка выйдем. Смотрим. А где звуки? Была же суета эта, как его... Суета, так, быстро выходим. Что-то у нас... О, тень есть, что-то у нас случилось. Здесь не открывается. Газовый ключ. Разводной ключ, чтобы ударить разводным ключом, нам нажмите левую кнопку. Тут же... Бежать. Новая задача бежать. Как... Куда бежать, блин? Чё за фигня, блин? Тут это... Был проход. Так, тут проход, да, как бы сейчас нет. Тут у нас стена и... Ой. Ой. Я его сломал, походу. Телевизор-то. Телевизор сломан. Ой. Он и так... чуток немножко убит. Обыскать. У него ничего нет. Снаряжение. Это мое снаряжение, да? Это Патриция Варма труп. Это та же... Это женщина, что ли? Да, это, походу, женщина. Это которая там что-то чинила вчера. Ну, получается, вчера. О, аквариум. Рыбка. Ой. В смысле? Не понял. Тут вроде аквариум. Так, а ну-ка, погодите. А как я туда прыгну? Что-то он не прыгает. Вообще не прыгает. Не понял, у нас что, все стеклянное, все ломается? Так, секундочку, секундочку, секундочку. А ну-ка, мой телевизор. О, да мой этот парень-то устает, блин. Что-то не ломается. Вот это вот не ломается. Музончик. Стекло, окей, поломаем и выйдем. Баба, ба, баба, баба, ба. Чё это за хрень? Так, стоям, ба. Тут же у нас это было бы как бы. Чё это за ерунда? Так, а ну-ка. Ёлки-палки, так это ж студия какая-то, блин. Входящий вызов. Вы в лаборатории симуляции. Идите к выходу, я буду на.
на связи. Ой, добраться до главного холла, бежать. Смотрите, это реально какая-то студия была. Так, а ну-ка обратно. Офигеть. Ну, странно как-то это все выглядит, правда, но все же офигеть. Ломается? Нет. Вот этот ломается. Ага. Да, неплохо. Неплохо. Симулейшн туда-сюда. Что там нам у нас? Что? Куда надо бежать-то? Задача. Бежать, добраться до главного холла. Добраться до главного холла. Где он? Observation и simulation туда-сюда. Не знаю, налево-направо. Давайте направо. Давайте направо. Раз там были знаки, направо куда-то надо. Давайте направо. Тут как будто испытания какие-то делали. Камера, она наблюдает, кстати, еще. Она тут, она все же работает. Но тут не одна камера. Дальше, что тут такое? Сейф, взаимодействовать. Сейф. Нажать. И что тут нажимать-то? Не идет. Тихо. Как выйти отсюда? Назад. Да нет. Правая кнопка. Окей. Делаем с это. Выходим. Заблокировано. Видите, пароль не найден. Нам сейчас как бы записка. Давайте посмотрим. Это нам не интересно. Кому интересно, читает. Здесь что? The safe code. О, здесь у нас был код сейфа. А я смогу его сейчас понять издалека сейчас? Чё это за звуки? Это эта машинка? Чё делает, что ли? Код сейфа, можно его увидеть здесь? Кто увидел? Я не вижу. Не, не вижу, вообще никак. Или там что-то вот шестерочку, короче, хрен его знает. Хрен его знает. Так, идем дальше. Здесь вроде бы ничего такого нет. Ну, у нас хоть есть ключик. Ой, что это за фигня? Разводной ключ. Разводной ключ Гефест. Промышленного образца. Стандартный инструмент, обслуживающий от... Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Какого хрена, что с ним делать? Да я понимаю, можно бить с ним, бить кого-то, убить кого-то и так далее. Так, что-то я... Да. Нормально. Вообще шикарно. Вся моя как бы жизнь в этом помещении, это была... Ну, нашего персонажа была симуляция чего-то там жизни, походу. Идем дальше, идем дальше. Exit. Ну, раз говорят на вы... Тут... А тут что такое? Че это за хрень? Там был exit. Нам вроде на выход какой-то нужен. Давайте на выход. Вертолет. Чё, я не понимаю. Я не слышу. Тут карта есть? Давайте, наверное, нет, карты нет. Молчать, не работает. Чё это за хрень такая громкая, блин? А, так я же здесь. Может, лифт подтвердить? Ой, тихо. Тут все как будто... Офигеть. Тут же меня принимали, друзья. Я тут это... Я же сюда приш... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, это зона с тестами. Тихо. Ой. Смотрите, что подбираете. В смысле? Где? Он... Да, он сломал. Он слом... А что с ним делать? Убивать, походу? Так, засранец. Не прыгать. Он уже пробил или нет? Я не пойму. А что подбирать? Не, он еще не... Ну, как бы он сломал, но он что-то сюда не ломится. Это что такое? Тележка, нести. Зачем мне нести тележку? Не надо. Не надо мне тележку нести. Тебя убить можно вот так вот? Вот так вот убить. Убить. А ну-ка, засранец, иди сюда. Иди сюда, ты всех моих... Кого-то там убил. Так, окей, идем дальше. Нам нужен выход. Какой-то выход нам писали, сказали, как бы, выходить. Exit to lobby. Да, нам лобби нужен, наверное. Лобби. Какая-то хрень, тут ничего такого нет, ничего интересного. Тут железяки, коридорчики. Здесь, как бы...
Control Stage B, Control Room. И здесь у нас декон... Чего? Декон... Деконтаминация. Сейчас посмотрим. О-о-о-о! Помогу сейчас! Сейчас помогу! Ай-яй-яй-яй-яй. Это вот хрень. О, она даже размножается даже. Нифига себе. Она в него вошла, блин. Через рот. Кто? Мимики? Мимики? Эта хрень называется мимики, что ли? Так, давайте посмотрим. Офигеть. Это был нормальный... здоровый человек. Обыскать, давайте обыщем. Можно? Что это такое? Запчасти, это что такое? Бейсбольная перчатка. Взять все вроде, да? Можно взять все? Вот так вот, так. Simulation in progress, only approved items past this point. Окей. Ящик, обыскать ящик. В ящике ни хрена нет. Обыскать еще один ящик. Здесь у нас просроченная плазма крови. Так, взять все это у нас на F. Больше ящиков как бы нет. О, аптечка, неплохо. Быстрый вызов. Меню быстрого... Быстрый выбор. Меню быстрого выбора, бла-бла-бла, позволяет на Т. Что-то там нажать на Т, и у нас что-то будет. Быстрый выбор. Меню быстрого выбора позволяет мгновенно переключаться между оружием и способностями. Чтобы добавить оружие и способности в меню быстрого выбора, найдите нужный предмет, бла-бла-бла, в снаряжении, либо в колесе избранного, бла-бла-бла. Так, окей. Будем знать в колесе. В колесе у нас как бы это. Я понял. И если на Т нажимаем... А, это был просто текст, чтобы прочитать. Так, выходим. Research. Exit to lobby. Нам нужен выход к лобби. Офисы. Тут какие-то офисы. Блин, да не ломай ты, блин, дебил, блин. Тестирование на... Так, друзья, читаем, кому интересно. Насчет утреннего бла-бла-бла. Срочно, давайте срочно хоть прочтем. Привет, по-моему, Белами... Чего? Новая задача, окей, сейчас посмотрим. Да, звуки такие странные. Привет, по-моему, Белами вынес... Белами или Белами? Белами вынес из исследовательского отдела данные о мимикрии и телекинезы, короче. Сходите в травмпункт и найдите на его теле пропуск в каюту. Прошу прощения, но Алекс в штаны наложил, если эти данные попадут в чужие руки. Наложит, наложит, то есть. Так, это срочно. Нам нужен какой-то, то есть не нам, не знаю, это нам или не нам, но какой-то пропускной пункт. Remote manipulation. Ломается. Все у нас портится, все ломается. Что за фигня? Играйте по-своему, экспериментируйте, пытаясь по-разному справиться с трудностями и врагами. Если вам встретилась запертая дверь, вы можете поискать пропуск от нее или придумать что-нибудь еще. Получая новые навыки, вы расширяете список доступных возможностей. Блин, ну, ребята, это какой-то совет странный. Раз мы находим закрытую дверь, само собой мы найдем что-то еще, как бы, чтобы ее открыть. Звуки. Чё это звуки? Где? Да, блин, не ломай, блин. Вопрос о симуляции. Так, нам это не интересно. Нужен пропуск. Нет пропуска. У кого есть пропуск? Блин, твою мать. Тихо. Испугался, блин. Да, ребят, это дело не в этом. Дело в том, что... Я играю сейчас ночью. Так, мимик, труп, обыскать. Мимик, блин, название вообще трындец, блин. Давай обыскать, обыскать. Что у него есть? У него есть опухоль мимика. Офигеть. И есть орган тифона. Какая-то хрень, блин, давайте возьмем. Это не берется. Взял какую-то хрень. Вынеси. А, на F. А F тут не работает. Где, что за пропуск? У кого пропуск? Народ, где пропуск? О, опять что ли мимики? А, давайте возьмем.
Новый пропуск взяли. Тут опять, да не ломай, блин. По привычке я жму кнопку этого, мышку. А, мои ребята там туда-сюда. Нет, это нам не интересно. Идем дальше, идем дальше. У нас пропуск есть, значит. Так, тихо. Иди сюда, засранец. Ой, их много, их больше. Тихонечко. Нормально. Бьем, убиваем. О, у меня нету стаминки. Это, походу, стаминки нет, да? Ой-воу-воу-воу-воу. Тихо. У меня стаминки нет. Но у него мало хп. Так что мы его можем убить. Вот таким вот образом. Стамина. Здесь стамина заканчивается. А, обыскивать не будем. Просто буду брать все подряд. Чуть-то еще шатается, блин. А, тут еще какой-то мимик. Забрали здесь. Это, походу, баг? Что он так разделился или что? Так, у меня есть пропуск. Давайте пробуем. Пропуск. Запереть? Не надо запирать. Здорово. Ты кто? Это, походу, босс ихний. Это был фантом. Тифон Антрофантазмус. Угу. Не останавливайтесь. Окей. Идем дальше. Don't. Skill records analysis. Так, не останавливайтесь. А что это нам дает? Панель управления. Сломана. Починить. На G. На G можно починить, но он не чинится. Давайте инструкцию посмотрим. Большинство объектов на борту Талоса 1 можно починить, если у вас есть навык ремонта и запчасти. Чтобы починить объект, нажмите кнопку G и удерживайте ее, пока ремонт не будет завершен. Ну, мы держим, но у нас, походу, навыка нет. Я понял, навыка нет, значит, здесь можно что-то качать. Donut Enter. Какого хрена Donut Enter? Это что такое? Ай, твою мать! Так, тихо! Засранец, где? Ты сюда. О, меня продамажили, да? Воу-воу-воу, что за фигня, блин? Что такое было? Походу, я его убил. Блин, что-то я шугаюсь очень. Надо играть днем. Днем играть надо. Днем, а не ночью. Блин, пушка, я даже не заметил, но мы взяли пушку. Что за винтовка? Что она делает? А, гипс, пушка. Гелевая иммобилизирующая переносная система гипс-пушка Транстар выводит из строя или обездвиживает цели, не причиняя им вреда. С помощью гипс-пушки можно также гасить пламя и временно устранять пробой электроизоляции. Затвердевшая пена способна выдержать человеческий вес. Кстати, мы можем, походу, проложить себе путь куда-то, да? Чтобы выстрелить из гипс-пушки, там, ПКМ, это ЛКМ, ЛКМ и так далее. Так, это понятно. Тут у нас пожар был? Бабах! О, нифига себе. Неплохо. Так, в смысле, я думал, мы лесенку можем построить. А, блин, вес человека. Ага, все-таки можно, может что-то сделать, можно. Идем дальше, что у нас здесь есть? У нас здесь есть человек, с которым что-то случилось. И у него есть, это, походу, аптечка. Забираем. Это у нас что такое? Баллон для гипс-пушки, окей. И здесь у нас патроны 12 калибра. Значит, у нас здесь будет и пушка такая посерьезнее, походу, да? Это баллон для... Ага. Это баллоны для нашей гипс-пушки, окей. Будем знать. Здесь нужен кабинка службы. Ой. Это уже проблемка. У нас есть гипс-пушка, но... Как на ключ переключиться? Вот так вот. Хочу разбить. Не разбивается. Так, будем пробовать. Здорово. Вот так. Фойе. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменил его настоящим. Стоит? Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. Я уже загрузил. Какой нейромод, блин? Транскриптор, список того, что вам нужно. Взгляните. Тихо, ага, их надо все-таки убивать, потому что они выбираются из этого дерьма, блин. Тихо, стоять, не дергаться. Где мой ключик? Сейчас сломаем вас. Я вас поломаю, блин. Вот так вот, как хрусталики. Блин, вот это у меня мало. Что за хрень? А, фонарик. Вот это у меня мало стамина, блин, офигеть. Что за звук? Где?
Мне кажется, или слишком... Тихо. Сейчас тебе поломаю. Тихонечко, нормально все. Не надо шугаться. Все пучком, все отлично, все у нас шикарно. Транстар, это компания Транстар. И меня тут это пытается, засранец. Где он? Убить. Я попадаю хоть по нему, да? Попадаю вроде. Мне кажется, у меня слева написано, нарисовано ХП, блин, 45%. А ну-ка давайте мы... Аптечку можно использовать или нет? Можно вот так вот. 31 здоровья. 31 здоровья. Здесь у нас... Ага, здоровья мало. Использовать на G. Окей. У нас ХП более-менее сейчас восстановилось. А, вот нейромод. Что-то он сказал про нейромод этот дебил. Ну как дебил? Он нам помогает как бы. Нейромод. Череп. И какая-то хрень. Взять... Пробел, карабкаться. Ух ты, нифига себе. Ну, сделаем вот так. Взять, берем нейромод. Нейромоды и способности. Нейромоды — революционное изобретение компании Транстар, позволяющее вам осваивать новые навыки и способности. Откройте ваш транскриптор, нажав на N, и перейдите в раздел нейромоды. Транскриптор. Это у нас транскриптор, да? Здесь у нас какая-то прокачка персонажа будет, да? Ученый, инженер. Так, нейромоды. Так, ученый, инженер, охранник. То есть я могу себя прокачать как ученый, как инженер или как охранник. А охранник это что будет? Сила там туда-сюда, да? Наверное. Охранник. Улучшите ваши физические данные, навыки обращения с огнестрельным оружием. Это не надо сейчас. Инженер. Модифицируйте снаряжение, чините оборудование. Это, кстати, можно. Или ученый, что дает ученый? Используйте научные и медицинские знания, а также специализированное лабораторное оборудование. Так, здесь у нас что такое? Хакер. Необходимые нейромоды позволяют обойти защиту компьютеров и роботизированных систем первого уровня. Ага, аптечки. Ну, может, мы и двери мы сможем открывать с помощью этого. А ну-ка, давайте сделаем на Enter. И вы хотите потратить нейромод на эту способность? Окей. Окей, смотрим, как это работает. Нейромод. А, я видел в рекламе, блин, это же... Да. Офигеть. Это в глаз засовывается. Эта хрень засовывается... В глаз. Если бы не это, вы бы уже погибли. Да неужели? Отправляйтесь в главный холл. Так где он, блин? Реструм, это не то, блин. Ну я здесь, в главном холле вроде. Это главный холл? Или нет? Да дайте, блин, карту. Чё за хрень, блин? Где главный холл? Это что ли? Колесо избранных функций. Колесо избранных функций позволяет быстро выбирать оружие. Да капец быстро, блин. Офигеть как быстро. Я прям в шоке, как быстро все работает, блин. А, наконец-то, холл. Вы уверены? Да, уверен. Че за хрень? Че за холл будет? Друзья, мне кажется, здесь даже можно закончить, потому что у нас уже серия идет 43 минуты и 32 секунды. Но нет, все-таки давайте мы подождем, посмотрим, что здесь нам дадут и что нам покажут. И потом мы, наверное, и закончим нашу серию. Таинственный собеседник по имени Январь помогает вам выбраться в главный холл комплекса. То есть этого парня зовут Январь, который мне помогает сейчас. Отлично. И еще напоминаю вам, кто дошел до этой минуты, кто смотрит дальше, как бы, если вам эта игра нравится, ставьте пальцы вверх и пишите что-то об этом в комментах. Или мало ли, может быть, какие-то советы. Нажмите любую клавишу. Нажали. Так. Мы... Вы выбрались. Да? Неужели? Готовы наконец увидеть реальный мир? Нет. Не готов. Реальный мир? Реальный мир. Где? Космос, ребят. Ах. Это космос, детка. Мне космос нравится. Мне вселенная всякая такая хрень нравится. Мне такая тематика нравится. Но я хочу выйти, подальше. То есть это... Нет, смотрите, сначала давайте все-таки осмотримся. Выбросить. Что я взял, блин?
и выкинул. Блин, ну давайте спустимся. Блин, мы в космосе, друзья. Тихо. В смысле? Что-то у нас там из нашей станции вывалилось. Будьте начеку. Доберитесь до своего кабинета. Я пометил его на карте. Да неужели? Есть видеозапись, которую вам нужно посмотреть. Я знаю, что у вас много вопросов. Да у меня миллион вопросов. Исследование станции. Вы можете свободно исследовать Талос-1. Шлюзы и лифты позволяют попасть из холла в другие части станции. Вы всегда что-то там это вот и так далее. О, это Земля, кстати. Это Земля, друзья. Это Земля. Там у нас вот вроде Африка, вроде, да? Или нет, это там Бразилия. Так. И там солнышко. Луна. Мы возле Луны, кстати. Блин, друзья, на этом мы закончим, наверное. Как бы мы сейчас добрались до космоса. Ну, в смысле, мы поняли, что мы сейчас в космосе. Кстати, здесь глубоко. Что-то мне кажется, я могу сейчас еще разбиться. Не, нормально. О, можно даже вот так даже. Бежать, крутиться, вертеться. Круто, пока что мне все нравится, как бы. Ничего такого, ну как, игруль как немножко странная. Как я понял, тут вроде две части. Это как бы вторая часть вроде или что-то типа этого. Но я в первую часть не играл, так что не могу ни с чем сравнивать. Вообще не могу ни с чем сравнивать. Кроме как, я бы сказал, монстры, пушка эта и такая же хрень. Это мне напоминает Half-Life. Если не ошибаюсь, вроде такая вот игра, но это была реально старая игрулька. Если кто-то помнит, то пальцы вверх, ребятки. Что ж, с вами был Кентавр, это была игра Prey, или как ее там было, на русском было. Если вам игра понравилась, ставьте пальцы вверх, пишите об этом в комменты. Ну, а мы с вами увидимся в следующей серии, друзья. Да, Prey — это у нас будет добыча. Мы, походу, добыча этих вот тварей, которые захватили эту станцию. Кстати, станция не маленькая. Всем удачи и всем пока. Жду от вас, как говорится, вашего мнения. Всем пока.